Молитва – это самый мощный ключ для того, чтобы укреплять связь между нами. Нет ничего, кроме молитвы. В конце всех наших усилий, всех наших распорядков, выяснений должна быть молитва. Поэтому мы должны несколько раз в день приходить к молитве, желательно трижды в день. В начале дня, что мы хотим достичь, посередине дня, в середине его, когда мы объединяемся, чтобы была у нас общая сила продолжать, и в конце дня, когда мы более-менее понимаем, что что-то сделали в течение дня, и надеемся продолжить завтра. Так должно быть. И мы должны так организовать себя в связях между нами, в десятке, а затем между десятками.